Как выбирать кедровые орешки? Жиры кедрового ореха – это, по сути, кедровое масло. А масло имеет свойство быстро окисляться, поэтому при неправильном хранении орешки портятся. Как быстро испортятся орешки, зависит от температуры и освещения. Кедровые орехи собирают осенью в сентябре-октябре, поэтому лучшее время для покупки – конец октября. При покупке кедровых орешков в фирменной упаковке обращайте внимание на срок годности. А если покупаете на развес, важен цвет и запах продукта. Испорченные орехи пахнут плесенью, а на вкус горчат, тогда как свежие имеют приятный запах, сладковатый и пряный вкус смолы. Как хранить? Свежие кедровые орешки следует хранить в герметичной упаковке в полной темноте. Очищенные орешки можно хранить в холодильнике до 3 месяцев, в морозилке до 6 месяцев. Орешки в скорлупе хранятся в 2 раза дольше. Жареные орешки следует съесть в течение 3 дней, иначе они испортятся.